Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Cruiser Prado 2007 года выпуска, 4 литра бензин, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 233 тысячи километров. Заменю на нем сегодня задние тормозные колодки. Поднимаю автомобиль, снимаю оба задних колеса и смотрим, как нам снять суппорта. Поднял автомобиль, снял задние колеса. Откручиваю направляющие, ключ на 17. Все смазано, резьба смазана, болт открутился легко. Бывает на таких суппортах. Эти болты открутить целая проблема бывает. Закисают. Здесь тоже смазано. Смазку поменяем. Сейчас вычистим. Снимаем цилиндр. Снимаем колодки. Износ равномерный на колодках. Снимаем вот эти скобки, чистим их и чистим под ними. Также берем тряпочку, наматываем на отвертку и чистим внутри от старой смазки. Намотал тряпочку на отвертку, вытаскиваю смазку. Внутри ее практически нету. Также сверху. Здесь заглушка сверху. Заглушку сниму. Протираю направляющие. Также протираю резьбу. И резьбу я после того, как буду, перед тем как буду устанавливать, я ее тоже смажу вместе с направляющей. Немножко добавлю подпыльник смазки. Грязь почистил, поддеваю пыльничек и добавляю туда смазки. И шприца Фэби использую буквально чуть-чуть. Разгоняю ее по кругу. Эта смазка продлевает срок жизни суппорта. Берем струбцину. И вдавливаем поршень. Все, поршень я вдавил. Пластинки я почистил, устанавливаем их на место.
Пластинки устанавливал, не показал. Здесь вот у пластинки пружинка ослабла немножко. Подожму ее. О. Беру новые колодки. Тоже новые колодки фирмы Sunshine SP2040. Берем две колодочки, смазываем торцы. Торцы смажу смазкой Bosch, номер ее 5600-150-44N. И также вторую колодку. Беру тойотовскую смазку с горошину на отвертку и добавляю вовнутрь направляющий. Сверху и снизу. Одеваю на место цилиндр, пыльники поправляю. Смазываю направляющую. Смазываю посадочное и резьбу. Завожу в суппорт и закручиваю. Под заглушкой видно, что смазка присутствует. Закрываю заглушку. Также мажу вторую направляющую. Мажу посадочный, мажу резьбу. Поправляю пыльник и завожу. Перепроверяем, чтобы пыльник у нас сел на направляющую вверх и низ. Здесь у нас не выперло. Цилиндр ходит свободно. Аналогичным образом меняем со второй стороны. Устанавливаем колеса и нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза, чтобы у нас колодки прижались к тормозному диску. На этом все. Замену задних тормозных колодок я закончил. Всего вам доброго!